Владимир Владимирович, меня зовут Сулейман Зарипов. Я преподаватель одного из религиозных учебных заведений. Как вы относитесь к мусульманам? Сулейман, должен сказать, что Россия вообще уникальное место на планете, где ислам и христианство сосуществуют в известной гармонии на протяжении столетий. Другого такого места на Земле нет. Вот чтобы мусульмане и христиане так не просто сосуществовали, а еще и жили в гармонии, такого места больше нет. И мы, конечно, этим очень-очень должны дорожить. Это первое. Второе, на что хотел бы обратить ваше внимание, на то, что все-таки основная часть христиан у нас, православные христиане, это восточное христианство. И у нас очень много общего даже с исламом. Вы знаете, когда здесь у нас с госвизитом был президент Египта, и мы сидели с ним в зале приемов, а он у нас весь на стенах там изображены различные эпизоды из библейской жизни, я ему начал говорить, я говорю, вы знаете, извините, но, к сожалению, вот у нас такой зал приемов, здесь все из Библии. И начал ему рассказывать, что, какое полотно, что означает. Он говорит, ты можешь мне не рассказывать, все это есть в Коране. И начал мне сам комментировать, что расписано на этих стенах кремлевских. В общем и целом, хочу вам сказать, что ислам – это мировая религия, это традиционная российская религия. И она заслуживает поддержки государства в этом направлении. И будем действовать дальше. Уверен, что если мы еще обратим внимание на вашу деятельность, на деятельность, которой вы занимаетесь, то есть на подготовку кадров, то мы безусловно будем работать в направлении сплочения и единства нашей государственности, наших народов. Поэтому я желаю вам успехов. Спасибо.